дамы и господа, ежегодный международный фестиваль Rap Music. Сейчас каждый, кто берет номерок, говорит группу, и Эл записывает. В таком порядке вы выйдете, будете выходить на Рэп-Мьюзик. Всем привет, с вами Эл Соло. Сегодня тот день, тот самый день, X, 8 декабря, фестиваль Рэп-Мьюзик. Будет сегодня, буквально через несколько часов. Все группы уже на местах, все готовятся. Сейчас вот у нас будет саундчек. Кто готов? Готов. Ну, давай. Третий Буриме, Томск. Группа Буриме, город Томск. Приехали разорвать, порвать. Пятый это кто? Пятый. Капучино. Рэп-Мьюзик 2012, Капучино Инк, Андеграунд, Кострома, Москва. Давайте качать мир всем. Все ровно, чуваки, это хип-хоп, йо. Привет, Нафталанжа, Мурман. Поздравляю, Рэп-Мьюзик 2012 совершеннолетие, 18 лет. Первый раз с севера, с Мурманска приехали посетить, поучаствовать в данном фестивале. Спасибо за приглашение. Москва, скоро будет очень жарко и весело. Шульц, Ленин, Бир, группа Нафталанжа. Десятый, ЛМ, личное мнение, Копейск. Привет, группа личное мнение, Копейск, Копи, Челябинская область. Передаем всем нашим чувакам огромнейший респект. Также огромнейший респект тем, кто устраивает эту тусу 18-й год подряд. Самое главное, чтобы каждый понимал, что рэп — это музыка мира. Музыка души, йоу. Седьмое. Мария Лихари, Волгоград. Йоу, мы группа Мария Лихари. Мы представляем город Волгоград, город-герой. Мы сегодня на рэп-мюзике 2012, который проводится 18 раз. И мы очень рады этому. На самом деле, да, очень рады участию в этом фестивале. Рассчитываем, конечно, на победу, но самое главное для нас не победа, а это от души зажечь, дать свой кач, зажечь, свое творчество зажечь людям. Все, что, в принципе, мы и делаем всегда. Дарим свое творчество безвозмездно. Мы за объединение всех людей на земле. И поэтому подобные фестивали, объединяющие одна любовь, да, к музыке, к творчеству. И мы желаем удачи всем участникам от души, чтобы пацаны качнули как надо. Главное не победа, а участие. Так что, пацаны, простите. Волгоград рулит. Вторые WRAM, Ростов-на-Дону. Кстати, Каста в 99-м, первый. Желаем удачи всем участникам, желаем удачи нам. Это будет крутая тусовка, это будет большая битва. Я думаю, она запомнится всем надолго. Это отличный фестиваль, мы с вами. Восьмой. Сальто назад, Киев. Мы вообще рады попасть в десятку. Давно хотели попасть на Rap Music. И желаем всем участникам здоровья. Здоровья, да. Это все было хорошо, но что выиграли мы. Первая Беларусь, Плановый Квас. Группа Плановый Квас и Беларусь, город Минск. Приехали покорять Москву на Rap Music. Приехали сюда для того, чтобы войти в историю этого фестиваля. Желаем всем участникам удачи, позитива, настоящих крутых раскладов. Все будет good. Rap Music 2012 с вами. Шестой, Варзан МФ, Беларусь. Привет всем! Мы есть МФ Варзан, город Новополоцк, Республика Беларусь. Желаем всем участникам удачи на самом деле, победит сильнейшим. Сегодня мы поделимся опытом, также почерпаем опыт с других участников, пообщаемся, познакомимся и попробуем показать то, что умеем делать. Чтобы скачать других людей. Мир. Четвертый, Чупакруче, Москва. Всем салют! Это Москва, Чупакруче, мы представляем Северо-Запад. И мы приехали на Rap Music только с одной целью – забрать этот приз себе. Как бы очень давно Москва ничего не забирала, в этот раз у нас два претендента, и один из нас по-любому везет приз домой, и это будем мы. Все уже выяснили, кто за кем будет сегодня работать. Выступать. Чертовски рад, польщен и бла-бла-бла-бла-бла. В общем, супер крутая тусовка. Народ, если вы пропустили эту тусовку, вы потеряли полжизни. Это
факт, потому что на этой тусовке присутствовать надо. Надо. Фестиваль придуман не только для того, чтобы как бы выявить там лучшую десятку, там, да, из десятки там какого-то гран-пришника. Это еще встреча добрых старых друзей и просто встреча. Так что увидимся на рок-фестивале. Йоу. Ну и не затягивая время, я предлагаю капитану команд выйти на эту сцену, познакомиться с публикой. Группа «План эвакуации». Меня зовут Илья Илов. Мы приехали сюда, чтобы делать историю. «План эвакуации» под ваши бурные аплодисменты. Рэп Мьюзик 2012. «План эвакуации». Первая команда на этой сцене. Это порядок выше, чем это можно представить. Эти причины просят не столько же оставить. Хип-хоп, мой мир, друг, это так важно. Я не жалею, я их все, как не жалеет каждый. Музыка, я твой. И вот бы мне остаться в старых куплетах. Я обещал вам дать пространство. Стихи бессмертны, словно бессмертны мысли. Я за лет пять прожил более десятка жизней. Тебя забыли, погони за славой и пылью. Деньги для штуки, для жизни, поиски стиля, да? Поиски масок, в стране кривых зеркал. Поиски мяса, заполнить опустевший зал. И нет разницы в стиле, просто одна цель. Музыку делать на совесть, либо не делать совсем. Либо не понять ржать, но не понять души. Пока рука пианиста ласкает клавиши. Вот она, вера, из куска пластмассы. Сотни людей под битом, качающие массы. Не променял, не предал, отдельный шанс. Я верю в музыку, брат, музыка верит в нас. Знаю, верю, предан, в сцене живу тобою. Фразы достигнут цели, и я сжимаю кулаки уже в который раз. Музыка верит в нас, музыка верит в нас. Я представляю город Ростов-на-Дону. Моя группа называется W Rhyme Records. И за себе кругом ожидающий шанса. Ведь у тебя есть все умение, когда нужно сдаться. Тебя так уже ждут проверенные нами люди, что нажимали кнопки, обводили голову. Кто цели выпрыснул эмоции, знаешь кому. Именно в этом письме и повторим одному. Массовый пьет по часам, мол, время уже вышло. Ну-ка еще немного, да. Я обещаю вам быстро, давай точно. Увидимся позже, альбом остальный. Мой лично лучший в части второй. Салют всем, Буриме, город Томск, Сибирь. В общем, ничего не буду рассказывать, как мы что там будем делать. Вы и сами все увидите. Поднимите! Буриме! Без слов, под знак стоп из нас не ждали. Голоса струн гитары кричали. Воу, мама мия, дядюшка Сид, помилуй. В этом мире, мире чудодействующей силой. Золотой лиры, секиры. Я представляю команду, что подручу. Голос расслабился, он назад. Руки в воздух! Мужчина, и давайте поживем немного 18-й фест сейчас. Пять суток уже внутри. Вот ты пришел три. Эй, пацан, ну как ты? Чей шепот и шаг ты? Кто-нибудь вытащи, все отдам. Под бумажник возьми ключи от хаты. Ну ради бога, или я сдохну там. Мне не хватает воздуха, по пивам без доступа. Вери, не дави господа. Он знает все о тебе, и тебе стоит подумать о времени и судьбе твоей. Они купил пока-пока, снимал шлюп пока. Дома жена с дочкой, но теперь точно, точка. Перезаперты прочно,
моим корешем, дуэтом Ромео Морзан. В общем, приехали сюда поздравить этот фестиваль с праздником, поздравить каждого из вас. И я хочу сказать следующее, что плевать, кто сегодня выиграет. Мы здесь собрались для того, чтобы это был коннект, и это было, ну, короче, мощно. Спасибо. А я взялся вместе, чтобы позволить ее крутить по сколоцу. А взять сахарницу, нести мне соль, коньяком, кафе, брать, выбери лицо. Иду ведь я у нас грубо каком, и слушай, как мой не рубля помощь внутри города. И слушай вопросы, вот по каком, кума метро. И в иных слов решите, как прямо путную сторону. Переступить закон по рубрикам, но чужды его мне. Чудится, что мы отпустим по трудно, тупо контроль. Король, король, ты думаешь, что он оружие, понял, люди замок. Красота! Мы из города Волгограда приехали зажигать на рэп-музыке. Зрители здесь, участники здесь, судьи здесь, значит будет жесть! И теперь пожигайте! Мы представляем Украину, город Киев. Мы сегодня будем вас заряжать смесью рогоматина и хип-хопа. Дальше просто меньше слов, больше дела. Добро пожаловать к нам в наш ледяной приют. На тротуарах люди сразу не поймут. Пухами нищенка прикрыта под капюшоном. Я замерзаю, холод плотно трампует. Слова и слизи на студии май. Пишет картины 26-й май. Кроссы мотает крылья и далеко не кино. Но пару раз видел титры, не говорит мне про ее. Меня скрывают сына. Зима сходят на дворцов. Это просто наша мечта побывать из детства на самом деле. Мы представляем город Копейск, это под Челябинском. Группа «Личное мнение», меня зовут Пес. Всем пес, Я не знаю, что сильнее прет, чем рэп, который год битов в конце, плюс и час. И комната мала, когда их подковала волна. Окружение от ума и создана дома. Хип-хоп от головы до пятой на обряд. Пару МС с вещей бежит вон там. Это, как говорят многие музыкальные критики, рэп — это фанк 90-х. В 2000-х годах рэп стал менее интересен, на мой взгляд, чем он был в самом начале, когда использовали фанк, когда использовали Джеймс Браун и так далее. Но, тем не менее, посмотрим, куда все это выходит.
Что для нас фестиваль Rap Music? Это ежегодный международный фестиваль, который проходит на протяжении 18 лет. И это круто. Это самый большой фестиваль в истории российского рэпа и не только. Мы рады на нем присутствовать. В роли судей. Когда-то мы были гран-при. Мы выиграли его. Да, это было в 2008 и 2007 году. Так что я не могу, в принципе, много чего добавить словам Славона. Но могу сказать одно точно, что сегодня будет нормальная битва. Я пару команд уже для себя подметил на саундчеке. Мария Лихари приоритет. Да. Да. Скажи, что нет. В общем, я хочу, чтобы этот фест развивался, чтобы шла честная борьба, а не продажная ублюдская, когда чуваки друг другу, блядь, договорные какие-то, фристайлы за бабки, блядь. Мы за честность в хип-хопе, и этот фест единственный честный в хип-хопе фест. Москва, прием. Я рад, что сотрясается бас и дом. Всем, кому не тормозим, рукой махнем, прокачаем головой. Есть чё покруче, нафталанчи, сайта назад. Кефир и санчи, дайте мне майк, я сделаю громко. Это колонки здесь не ваша жестко. Кто за хап, руки вверх, всем успех. Кто за хап, руки вверх, всем успех. У меня микрофон сегодня, я на сцене. Мои парни, они все в гип-хоп-системе. Что три башки у ноги поролон, как шутка нюхала аэрозоль. В моих руках микрофон, я знаю, кто здесь чемпион. Оставьте каждому это звание, я знаю их имя и название. Йоу, раз, два, три, четыре, пять, я знаю, кто будет опять качать. Когда в руках микрофон, надо только начать. Я знаю, этот кач руками продолжится. С головами, 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 головами. Ребята, конца света не будет. Никто меня здесь не осудит, будет рассвет. Будет что-то необычное, что-то очень личное. Каждый осознает то, что давно уже пора осознать. Каждый будет не так. Выше руки. Когда заходит тема за катаклизмы, чуваки, вам впору всем делать клизмы. Ураган или потоп, если боишься, холоди себе гроб. Здесь МС Гулливер, посмотри на мои штаны, 58 размер. Я самый большой катаклизм на сцене, чуваки со мной вместе с теми. Это войдет сока назад, и я WhatsApp. Давайте, поднимайте выше глаза. И все приготовили сюрприз. У нас сегодня не ждет никакой катаклизм. Да, в жопу катаклизм. Давай творить добро, творить рэп, улыбнись. Это сальто назад, но не сальто вниз. Еще раз повторюсь, нам не сдохшен катаклизм. Короче, 2012, ненормативная лексика. Камера ставит тремя для MC, не для интеллектика. По микрофону это эврика, версия для пластик. Больше брат любит правду, как и не дай пацан. Это значит, для этих людей драгоценный смог. Зеленый дракон знает под ноты, в этом есть добрый. Я приехал в Москву, не гонять шары в лузу. Я приехал в этот чат, фестивал Rap Music. Я взял блюдо Матиса, прикрою косяк. По карманам разложил удавку и пару перчаток. Темная очередь. Время от времени насыпаюсь на старые кости. Секс, драк, рэп-н-ролл. Моя жизнь волста не торгеса. Здесь мое место. Здесь его место, место в этом замесе. Так что давайте сделаем так, чтобы был кач честный. Все подняли правую руку вверх, покачали смех вниз, ае. Ну что, вы, кажется, определились уже, да, кого оставим? Я, это ты напоминает сердце стуки. Я от всем повторяю, возьми себе в руки. Потому что пока варит голова, пока варит голова, состаются слова. И надо брать в руки при любом деле. Реально, чтобы всегда ты был в своем теле. Чтобы ум был, да, это в голове.
Супермен, возьми себя в руки, а не свой член. Бери себя в руки, пора уже брать, потому что съесть только читает ребят. Бери в руки, выпускай альбомы, а не читай где-то над потомом. Выходи на сцену, зажигай толпу, бери себя в руки, я не пойду. Не прочь от времени, если даже внуки, ты же не папа, возьми себя в руки. Утки, супы, капели на шапке, ты же не баба, продай закросную лавку. Бери себя всегда в руки, держи смело, мы по колено пройдем любые проблемы. Когда со мной в паре такой пацан, мне возьми в руки, стол завали мудака, бля. Я понимаю, что судьбу польется из уст, когда в руках микрофон, я как пустынный бус. Буду вас приносить свои ритмами жестко, это в руках то, что делает меня злостным. Всем привет, меня зовут Живилкс. Сегодня мы находимся на 18-м фестивале Rap Music, из которых 10 я был в жюри, смотрел, отслеживал. Но поскольку для меня это как бы юбилейный фестиваль, я решил судить по-другому. Я не буду судить ни флоу, ни панчи. Я сегодня буду судить, насколько вы, ребята, готовы вложить что-то в хип-хоп-культуру. Потому что вы выходите на сцену, на которой, ну, образно говоря, клубы-то менялись, но тем не менее, на этой сцене работали 18 поколений MC до вас. Я хочу именно сказать вам, что буду следить строго, насколько вы понимаете, куда вы попали. Мир всем, до встречи. Мне крупно повезло, меня хорошо воспитали, думали, стану ведущим и засвечусь на экране. Мама не знала, что я затянулся впервые в 15, до сих пор об этом не стыдно признаться. Мы все здесь ангелы, все 8 им выиграли, но каждый день я узнаю, кого-то снова закрыли. Честно говоря, игру у меня бывает в мысли познакомиться ночью с банкиром, целя корыстный. Ты вроде все по правилам, но в каждом живет гречка. Готовь немножечко, но это в тебе ядра. У самых светлых людей бывает исключение, когда они на пятую точку находят приключения. Кто-то мутит на улице, кто-то в офисе, просто одни продолжат, другие остановятся. Возможно, ты мыслишь иначе, может, я мыслю не так. Но раз и есть на свете тот, кто не мечтал ограбить банк. Всем привет, меня зовут Граф, это Rap Music 2012. Прошла уже десятка, мы ее отслушали треки, уже было совещание жюри. Я тоже участвовал в этом совещании, и уже решено, кто будет биться, те четыре группы. Поэтому все круто, атмосфера просто великолепная, как и каждый Rap Music. Это уже третий Rap Music, на котором я присутствую, и первый Rap Music, на котором я присутствую как в составе жюри. Помню, как проходил сам, как наша группа проходила Rap Music. В 2010 году мы заняли первое место. Создаем атмосферу культуры, ты же пишем. Сегодня нас четверо, братья, а завтра с нами идти. Попробуем что-то вкус для улиц, нашу пищу. Все так же сносим крышу, куплет на ты, что ежедневно пишем. На этой своей нише, а диджитал сквад новых треков. Года два, что не слышал, что не слышал, так знайте, кто было перед бурей за тишину. Йоу, всем привет, я Джарбар, группа «Голос Донбасса», Rap Music, 18 лет. Близится конец света, но я сомневаюсь, что это последний Rap Music. Поэтому я здесь, несмотря на то, что у меня температура где-то ближе к 39, вот так. Ну, я думаю, вискарь Джим Бим меня поправит, ну, в принципе, он уже поправляет. Ребята уже качают, с первого трека мне очень сильно нравится. Буду сидеть, как обычно, жестко, по своему вкусу. Люблю тру, люблю, когда люди отдаются на максимум. Я один из тех, кто несет волны приятности. Мои люди без стыки войны, мир в опасности. Я один из тех, кто несет волны приятности. Похуй, что ты сказал, Богу на мнение твоих шавок. Сегодня твой день, походу, зацени подарок. Посмотри направо, теперь смотри налево. В рэпе ведут большие перемены без вариантов. 2006 год. Выступали как группа МСА-7. То есть мы представляли Подмосковье, мы представляли город Раменское. Мы заняли первое место на фестивале. Ну что я могу сказать, какие эмоции тогда были, не знаю, как бы это было как-то непонятно. Вот. Не могу сказать то, что мы как бы реально к этому как бы стремились по жизни, как бы, да.
Вот, но было очень приятно выступить, и очень приятно, что как бы Влад свое внимание в нашу сторону тоже уделил. Как бы. Я сегодня исполняла песню «Как это». Всем участникам я желаю удачи и творчества, и побед. Братан, жизнь, да, для твоего мозга. Стоит из наброска, париджа нам в доску. Если на рожон, не маленькая, что из воска. Не нужны руки людей, чтоб качали жестко. Это нагрузка, рэп на русском. Переломный момент. Всем привет, Apex. Ну, собственно, вот он, Rap Music. В 2006 году в составе команды «Цифра» я выиграл гран-при, и в этот год я уже в качестве жюри. В комнате мой комитет, мои правила, пришла из правила, правильно, нет палева, нет билета, тебе здоровье, здорово, больная, да, да, ну, в общем, здоровы. Что от этого фестиваля? Офигенного кача, офигенного настроения. Чего желаю, в принципе, и вам. Сегодня мы 18 лет. Всем мир. Всем привет, меня зовут Кима. В 2010 году мы с РБСП в составе группы «Стилит» из России взяли кубок. Всем привет, это PSP из Нино. Меня попросили прочитать про Тольятти, и я не в говно. Потому что я сегодня решительно завязала пить. А что же делать, как еще быть? Мне сказали, надо выходить замуж, пора. Да, чтобы нянчиться была детвора. И вы стояйте ко мне, приезжайте, приезжайте, это будет реально крутое батя. Тогда ждем Факиры и Кокса. Говорит ли вам что-то об этом? Факиры и Кокс. Привет всем, меня зовут Факир, я представляю группу Факир и Кокс, также являюсь членом жюри на Rap Music и гостем. В 2007 году мы взяли второе место на этом фестивале. Вот, с чего все это и дело понеслось. Вот, сейчас я очень рад, что представляю жюри уже второй год. И очень рад, что Rap Music исполнилось такое совершеннолетие. То есть это 18 лет, это серьезная дата. Таких фестивалей не было никогда. Ну, по крайней мере, я никогда таких фестивалей не видел. Вот. И желаю всем участникам просто достойно себя показать, чтобы мы это все оценили. Нам это тоже в удовольствие. Это начало игры, выход соло МС. Другая жизнь, каменный лес, большие мечты. Смотри, с нами целый город, люди, огни. И мы свернем горы, салют, Бэт Пик. Мы вместе. Кем я был, кем я стал, кем я буду. У меня как будто селится маленький Будда. В стране великанов или лилипутов. И все так круто, и вот так круто. И я в время переобулся. Переослышал, переметнулся. В мирке минуты дня проходит не зря. Между прочим, нигер в галстуке остается нигером. Питер в УАЗике останется пидором. Бим-бим в пластике, это, сука, мой бим, брат. И я рад этому, чертовски рад, чёрт. Йоу, что за тема, она не по мне. Я беру рубль, а он принадлежит мне. Как это понять, я буду срисовать ситуацию. Походу нам с тобой, что сейчас надо подраться тут. Как доказать, что тут ничья? Как доказать, что тут сегодня ничья? Мы можем сражаться даже 4 раунда, но сегодня тут ничья, это братва. Это два коннекта, за рубль и за просто так. Это сайта назад, здесь форзал, не просто так. Раздает каждому слова подбит. Он мой фаворит, я его эрудит. Его рубль принадлежит мне. Я беру рубль с кармана и даю тебе. Пойди, блядь, в уголке нажраться. Он крутой чувак, у него нормальный цвет.
музыку. Фристайлим тут и фристайлим. Я люблю свои мамайлю. Я не знаю, что я сейчас пою. Я похож на Эрика Баду. У кого я пою. Рэп мюзик, I love you. Пацаны все крутые, я их люблю. Ваша тема хороший хип-хоп и плохой хип-хоп. Я только сраный поп может делать в клубе плохой хип-хоп. Здесь собрались парни со всей страны. Мы делаем только хорошую музыку, биты. Мы можем сегодня сложиться словесным батом, но мы завтра с тобой соберемся обняться. Поэтому наш хип-хоп сугубо добрый. Плохой хип-хоп, вот там, за домом. Сегодня мы сочетаем вам столько. Это ровный кат, нету плохого тут. Поэтому я передам тебе майк, мой друг. Давай зачитай об этом вокруг. Раз-два, раз-два. Свой флоу, мой флоу вкусный, как жирный плов. Я на все готов, а ты готов, братан, к атаке слов. Я сочиняю стихи, как синий Есенин, толкаю темы, как под грибами Ленин. Я готов вам это показать прямо сейчас. Я готов прямо сейчас устроить разголбас. Народ, давайте пошумим погромче, давайте будем вести себя попроще. Ведь я готов показать прямо сейчас. Я делаю рэпчик, а не джаз. Раз-два. Вердикты вынесены, обжалованию не подлежат. ЛМ! ЛМ! Третье место! Третье место! Пацаны, где вы? Где вы, поднимайтесь? Где вы, пацаны? Вот! Привет, большой чувак! Очень круто смотришься на сцене, очень круто! Большой, большой человек! Большой чувак! Бери, держи! Бери, братан! Третье место! Поздравляем, конечно! Ответное слово! Ответное слово! Третье место! Это просто круто! Я это понимаю! Yeah! Второе место! МФ! И Варзон! Белоруссия! Белорусы забирают второе место! Поздравляю! Белоруссия. Ребята, подтягивайтесь на что сцену! Yeah! МФ и Варзон! От души пацаны! Yeah. Скажи пару слов. Yeah. Спасибо, Москва! И первое место. Мы хотим сюда пригласить команду из города Киев. Сальто назад. Больше шума. Они сегодня бились достойно. Молодцы, поздравляю. Спасибо огромное, Rap Music. Мы очень рады, что посетили этот фестиваль. Еще и заняли первое место. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо всем. Спасибо всем, кто пришел. Мир, любовь и хип-хоп. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Тебе надо побольше принимать было участие сегодня. Да. Я ждал от тебя много раги, а ты как-то отсиделся. Я обязательно вернусь. Спасибо. Хорошо. Всем. Молодцы. Добавляйтесь, друзья. Умничка. А теперь мы узнаем, кто же стал лучшим МС года. Разве не узнаем? Правильно. Да. Узнаем, конечно, мы узнаем. И Капа обязательно объявит нам этого МС. Приглашаю на сцену. Мы все хотим знать, кто же этот кто. Итак,
Лучшим МС рэп-мюзика 2012 стал Варзан, Беларусь. Поднимайся. Я поздравляю тебя. Ты реально заслужил этого. Твоя команда заняла место второе. Вот тебе кубок, вот тебе приз. От души. Yes, спасибо большое. Старались как могли, делаем от души для вас всем мир. Но почему так тихо? Он же лучше, ребята. Сделайте шума, Москва! За него болели. Впереди гран-при. Гран-при. Вам интересно вообще узнать, кто выиграл-то? Кто стал The Best? Мы вас не слышим, Москва! Наступает момент истины. Ты знаешь, кто занял гран-при? А я знаю. Я приглашаю на сцену. Познакомьтесь, уважаемая хип-хоп-нация. Это Айсис КТЛ ДЛЛ. Гран-при Малиари Хари. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаек, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаек, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Все, на этот раз никаких кунг-фу. Давай, зеленый, завари-ка нам чайку. Ты перед компом похож на бобра. Ща заходим чай по специальным проводам. На мониторе вдруг появятся какие-то знаки. Види видео шаулинской драки. Забыть, что было у тебя по этому вопросу. По этому вопросу мы скурили папиросу. Ты, если чё, заходи на наш аккаунт. Пятиведровый андеграунд. Как и всегда, в этом треке мало смысла. Нет демократии, не пахнет коммунизмом, зато у меня напор рифма вибраций. Стелим на бит, не меняя декораций. Стелим на бит, пока вода кипит. Пока вода кипит. Стелим на бит. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Людям грозила зона, честное слово. Мы бы тогда с пацанами, как преданные люди делу ушли партизаны. И выдавали бы свои треки из-под поля. Творчеству, как и птица, необходима воля. Ох, и нелегкая доля плясать эти куплеты. Низкий поклон вам, русские поэты. Неразборчивый почерк без запятых и точек. На плите чипирочек плюс качает пяточек. Какая-то навесила муза, порция груза. Кружат мысли в формах осеннего блюза. Я не хочу быть кумиром телеэкрана. Не хочу быть героем крутого романа. Видимо, моя карма — это писать куплеты. Был под его богами, увидит рассвета. Пока мне перестал писать биты. Пока качают пацаны, пока они со мной. Пока жива надежда, будет продолжен бой. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, кипирочек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем кипяток. Кипяток, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, кипирочек. Кипяточек, кипяток, кипяточек. Чай, чаёк, чаёчек. Ходит по кругу китайский круголёк. С утра до вечера гоняем. Кипяток, кипяток. 2012 за